родной. Его не спутаешь ни с одним другим голосом. Даже если станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки. Мама, ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Говорить и ходить. Мама прочла тебе первую книжку. От мамы ты узнал имена птиц, узнал, что у каждого цветка есть имя. Первую снежинку помогла тебе увидеть мама. Мама всегда была рядом. Все, что ты видел, все, что тебя окружало, начиналось с мамы. Ночь, месяц, завершал час.
отмечаем самый нежный, самый семейный праздник – День Матери. Праздник, наполненный яркими красками осени, ароматом фруктов, собранных в садах. Мы очень хотим, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание. Thank you.
1998 году указом президента Российской Федерации и отмечается в конце ноября. И мы вместе с вами сегодня празднуем этот великий праздник. А на празднике принято дарить подарки. Мы подарим вам то, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой стороны будет восприниматься каждый из вас как что-то очень индивидуальное и уникальное. Встречайте, ваши дети! Thank you.
Я мечтаю поехать в Таллин, там на крышах, где воздух чист. Там, как только снега растает, будет сказочный трубочист. Там, как только прольется солнце на мелодию старых крыш, он ко мне подойдет и скажет: привет, малыш. Трубочист, трубочист, волшебником стать и как Карсон летать. Трубочист, трубочист, я прошу, торопись, чтоб желания мои поскорее сбылись. Чтобы сделать короче ночь, грузовик научить летать, чтоб волшебник волшебником стать и как Карсон летать. Трубочист, трубочист, я прошу, торопись, чтоб желания мои поскорее чист, ты меня научи, как волшебником стать и как Карсон летать. Трубочист, трубочист, я прошу, торопись, чтоб желания мои поскорее поехать в Таллин, там на крышах, где воздух чист. Там, как только снега растают, ходит сказочный трубочист. Там, как только прольется солнце на мелодию старых крыш, он ко мне подойдет и скажет: привет, малыш. Привет, малыш.
Thank you.
только подарили нам жизнь, но и всегда остаются нашими земными ангелами-хранителями. В раннем детстве они ночи напролет сидели у наших кроваток, потом всю жизнь продолжают опекать и переживать за нас, радоваться нашим победам, огорчаться неудачам, жить нашими надеждами.
наших жизнях есть еще один очень важный человек. Это папа. Именно папа является той самой каменной стеной, за которой горит семейный очаг. Дорогие папы, эта песня для вас.
место матери в нашей жизни всегда остается особым, исключительным. Мы вырастем и улетим из родительского гнезда, но дома нас всегда будут ждать наши мамы. Никогда не обесценится забота женских рук и мудрое материнское слово. И самой большой ценностью в мире всегда будет ваша любовь. Драгоценность, которую не купишь ни за какие деньги. Мама – это нежный лучик солнца. Мама – это океан любви. Только та, кто мамою зовется, счастьем наполняет детство дни. Будьте же судьбой благословенны. Пусть в пути не встретится беда, и День Матери во всей большой вселенной вам подарит радость навсегда. Я так хочу, чтоб целый мир улыбнулся.
вас выступали образцовый художественный коллектив «Вокальная студия «Мелодия» и театр танца «Жемчужина». Город Сочи, Лазурская. Мы еще раз поздравляем вас всех с праздником, с днем мамы. Желаем крепкого здоровья, любви и счастья.